Ну, фиксация тут ремни-то есть, но, знаете, это лучше приезжать и мерить, потому что у всех на этот счет как бы большая. Это каркасник, это не кресло. Кресло будет у вас там, а да, пятиточные ремни и тогда тому подобное. А это вот чисто, знаете, так, чтобы для гаишников оно спасать именно от ДТП, от такого ничего не будет. Вам надо кресло, если вот, чтобы прям фиксация хорошая была. Это берется для того, чтобы вот там сидел он на своем месте ровно, ребенок, и получается, если гаишники остановят, что есть типа в кресле ребенок, да, вот в кресле он сидит, чтобы они не докапывались. А так вот именно есть автокресло на ваш возраст, вон оно идет, получается. Но есть вот желтое с пчелками. Цена данного автокресла, он желтенькое, 7500 у него. Цена автокресла. Вот это уже будет с фиксацией, вот это уже будет держать хорошо. Он еще три положения спинки имеет. А вот это так, это для галочки, знаете, не для того, чтобы прямо ребенок сидел как-то и плотно, и не бояться за него. Тем более ребенку, видите, 7 месяцев, он там сейчас...